Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Виктор Толоконский накануне побывал в Канске. Он встретился с местными жителями, чтобы из их уст услышать о самом наболевшем. Подробности в репортаже далее. Проблемы Толоконский заметил еще только подъезжая к городу. Исполняющего губернатора не впечатлили ни состояние федеральной трассы, ни дороги в самом Канске. Чтобы дороги приводили в порядок, Канску нужно около 50 миллионов каждый вот год, а не 10. Я сделаю поручение, чтобы нам посмотреть, как можно было бы средства дополнительные найти. Обсудили актуальную проблему с теплоснабжением. Сегодня в центральной части города мы не можем вводить новые мощности, так и по трассе, которая 500 миллиметров поставлена через сюда, она перегружена. Толоконский пообещал создать рабочую группу, которая возьмет на себя вопросы подачи тепла. Местные жители пожаловались и на проблемы в экономике, коммунальной и социальной сферах. Десятки соцучреждений в Канске, ветхие здания требуют ремонта. С этого года финансировать такие объекты будут как из бюджета края, так и с федерального. 50 на 50. Жители предложили, как принести доходы в дефицитный бюджет. Хотя бы несколько предприятий промышленных разместить в Канске. Это, наверное, положительно скажется и на обеспечение рабочими местами жителей города, ну и, соответственно, налоговые поступления. Я думаю, что найдем такие стимулы, чтобы было размещение новых каких-то производств. После Толоконский посетил агропромышленное предприятие, где ознакомился с работой компании. На этой неделе у Виктора Александровича две командировки в Минусинск и Енисейск. Елена Ширяева, Вести Красноярск. Красноярск.